спад преступности. В Балхаше снизилось количество преступлений. «Танцуй талант». Учащиеся хореографического отдела детской школы искусств вернулись с победой. В Балхаше снизилось количество преступлений. При этом совершенных на территории города снизилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 421 преступление, а за январь-сентябрь этого года – 388. Число тяжких и особо тяжких преступлений составило 86. Уровень раскрытия правонарушений увеличился на 0,8% по сравнению с прошлым годом. Ученики хореографического отдела детской школы искусств вернулись с победой. В Туркестане прошел международный хореографический конкурс «Танцуй талант». В нем приняли участие танцоры в возрасте от 7 до 12 лет. «Танцуй талант» собрал 77 ансамблей из разных стран. Балхаш представляли 34 участника. Это воспитанники детской школы искусств. Группа от 7 до 10 лет продемонстрировала индийский танец «Чикни Чамели». Казахский танец «Толгаус» танцевали таланты, которым 10-11 лет. А группа от 9 до 12 лет удивила жюри навыками современного танца. Я ученица 6 класса хореографического отделения, занимаюсь танцами 7 лет. В дальнейшем планируем занимать все высокие места на самых разных конкурсах. Мы заняли гран-при, танцевали индийский танец. После конкурса мы прогулялись по Туркестану, посмотрели достопримечательности. Танцами занимаюсь с 5 лет. Утопление – это процесс попадания жидкости в дыхательные пути и легкие. Жидкость, поступая в кровь, вызывает ряд патологических изменений. Смерть при утоплении наступает в результате недостатка кислорода. Первая помощь при утоплении. Если пострадавший находится в сознании, оградить пострадавшего от посторонних людей, вызвать скорую медицинскую помощь, уложить пострадавшего на сухую жесткую поверхность, таким образом, чтобы голова была низко опущена, освободить пострадавшего от одежды, растереть его руками, либо же сухим полотенцем. Желательно дать горячее питье, укутать в теплое одеяло и дождаться приезда скорой помощи. Если пострадавший находится без сознания, оградить пострадавшего от посторонних людей, вызвать скорую медицинскую помощь. Следует уложить пациента, запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть. Пальцем, обернутым в носовой платок, освободить ротовую полость от рвотных масс, ила, тины. Для того, чтобы максимально удалить воду из легких и желудка, перевернуть пострадавшего на живот и положите на свое бедро, так, чтобы голова оказалась ниже уровня его таза. Затем надавливать рукой на спину пострадавшего между лопаток, при этом придерживая другой рукой его лоб. Эта манипуляция не более 10-15 секунд. Для уточнения сохранности или отсутствия рвотных рефлексов и дыхания, ввести два пальца в рот, скорее удалить содержимое ротовой полости и надавить на корень языка для провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции дыхания. При отсутствии рвотного рефлекса, кашля и отсутствии дыхания, перевернуть пострадавшего на спину и определить реакцию зрачков на свет и пульсацию на сонной артерии. При отсутствии вышеперечисленного приступить к сердечно-легочной реанимации и дожидаться приезда скорой медицинской помощи. Ежегодный отбор кандидатов на премию «Уркен» начался. Спорткомплекс в микрорайоне Кунрат откроется к 16 декабря. Директору централизованной библиотечной системы Балхаша вручили нагрудный знак «Мадинец Аласана Нуздыга». Эти и другие значимые события, прошедшие на этой неделе, вашему вниманию. За заслуги. Директору централизованной библиотечной системы Балхаша вручили нагрудный знак «Мадинец Аласана Нуздыга». Торжество прошло в Астане на сцене «Казах-концерта». Его приурочили ко Дню библиотекаря. Балшерон Мухамеджанова работает в сфере библиотечного отдела более 20 лет.
строительство спорткомплекса. Спорткомплекс в микрорайоне Кунрата откроется 16 декабря. На сегодняшний день работы по строительству внешнего облика здания завершены. Прокладываются тепловые электрические сети. Работы завершены на 80%. Торжественное открытие будет приурочено ко Дню независимости. Общественный транспорт. Горожане недовольны движением общественного транспорта, в частности маршрута до микрорайона Самал. На сегодняшний день график маршрута 1Б остается прежним с интервалом в 1 час. У автопарка ТО «Орталык Транссервис» есть проблемы с закупом дополнительного оборудования, с увеличением затрат, также с увеличением цен на горючее. Сейчас все дорожает, а поступающие доходы все эти пункты не покрывают, сообщили специалисты отдела ЖКХ. В выходные дни дополнительных автобусов нет, в рабочие дни по городу курсируют 25 автобусов, а выходные 20. Премия «Оркен». Ежегодный отбор кандидатов на премию «Оркен» начался. Побороться за премию Акима Балхаша могут жители города от 14 до 29 лет. Подать заявки можно по 10 номинациям. В зависимости от категории будут оценивать профессиональную, творческую, научную и общественную деятельность. Для участия претенденты должны принести две фотографии, резюме, сертификаты, грамоты и написать эссе на тему «Почему я достоин премии «Оркен». Заявки принимаются до 18 ноября.